Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем делать, скажем так, видео про арбалет. Такая вот коробочка. Ну, здесь не суть важно, что внутри, да, там пенопласт, несколько болтов идет в комплекте, ну и ключик для сборки. Коробочка, понятно. Выглядит в собранном состоянии он вот так вот примерно. Здесь такой арбалетик, пистолетная рукоять. Здесь 10 кг усилия натяжения. Конструкция, в принципе, композитная. То есть здесь есть и пластик, как типа накладки на рукояти, есть и сплав. Прицел регулируется. Здесь уже стоит у нас болт. Да? Очень просто. Вначале мы взводим арбалет до щелчка. Потом вставляем сюда болт горизонтально. Вот. До самого конца. Потом отводим, чтобы не разбивать раму арбалета. Назад наше зарядное приспособление, не знаю, как правильно оно называется. Снимаем предохранитель, передвигаем двумя пальцами большими вот эту вот планочку вперед. Класс. Прицеливаемся. Ну и производим выстрел. Ну, это все понятно. Арбалет арбалетом. У нас сегодня будет видео не про арбалет, поэтому я так просто пробежался. А сегодня будет видео также про интересную рогатку Marksman, которую купил мой корефан сегодня. И будем сравнивать эти две вещи. Посмотрите, что из этого получится. Значит, смотрите, там у нас висит. Давайте все, пошел показывать. Там у нас висит 10 слоев картона. Вот. 10 слоев картона, да, прикреплено. И мы сейчас попробуем шмальнуть и посмотреть, то есть, что же у нас лучше стреляет, лучше пробивает. 10 кг усилия арбалета или рогатка. Какая, кстати, у рогатки там пробивная? Сколько килограмм усилия натяжения, ты знаешь? Сколько килограмм, не скажу, но давайте, она должна в районе 120 метров в секунду. В районе 120 метров в секунду. Ну, арбалет, нехило так. Чтобы вы понимали, выдает около 30 метров в секунду. Угу, угу. Вот. Так, ну давай сбоку просто стану. Уже не страшно, да? Конечно, я уже смелый. Я просто закроюсь. Вот так вот. Мне, кстати... Ага. Так, а просто надо, чтобы оно в центр попало. Здесь он непонятно. Он уводит постоянно в сторону чуть-чуть. То есть ты понять, почему. Ты не можешь попасть, да? Нам нужно хотя бы один шарик, чтобы попал в центр, чтобы мы могли понять, насколько оно пробивает. Нет. Посмотри, оно попадет же в этот. Да, может в это попасть, согласен. Ну, воткни его просто, да. Что же окажется сильнее, рогатка Marksman или... Так, я пошел прятаться. Ну что? Не? Попадение, вон он идет. Теперь он где-то там даже внутри остался. Ага, так, результат получен. Результат получен. Ну что, теперь шмальнем несколько раз из арбалета и сравним. Вообще прицельная дальность у рогатки этой какая? В районе 10 метров, но опять же нужна пристрелка. Ну давай, в общем, чтобы для чистоты эксперимента, вот с трех шагов и постреляем с арбалета тоже. Предохранитель. Не попал, да? Нет, сверху сработал. Все-таки не быть не снайпером, наверное. Да, мне ничего. Придется долго потренироваться. Предохранитель. Сбит прицел. Получилось.
Так, это у нас дырочка от шампура. Смотрим, сколько у нас пробил арбалет. Один слой. Вот выходное отверстие, как бы, и все. Смотрим, сколько у нас пробила рогатка. Один. Это уже два тогда идет. С одной, да, это второй идет. Это второй. И в третьем позастревали шарики. Вот, в одном случае. Но тут мы видим, есть продолжение. Это уже третий. Четвертый. То есть получается три пробито, и в четвертом остались вмятины. Картон вот такой вот у нас толщины. То есть картон не слабый здесь. То есть, в принципе, я так понимаю, что рогатка, учитывая то, что шарики не остроконечные, а кругленькие, да, то, блин, серьезная штука. Это же еще не самый жгут. То есть это получается эластичный, да, как-то, а есть еще усиленный. То есть это эластичный жгут. Ну, в общем, вот такие дела.